Иван Ильич выполнил поручение Гымзы. Во время боев под Казанью получил назначение командовать полком и одним из первых ворвался в Самару. В жаркий осенний день он ехал шагом на косматой лошаденке впереди своего полка по Дворянской улице. Миновали площадь с памятником Александру II. Его опять спешно заколачивали досками. Вот и второй дом от угла. Иван Ильич опустил голову. Он знал, что он увидит. И все же сердце у него сжалось тоскливо. Все стекла во втором этаже в квартире доктора Булавина были выбиты. Сверху ему было хорошо видно. Вот ореховая дверца, в которой тогда, как сон, появилась Даша. Вот кабинет, опрокинутый книжный шкаф, криво висящий на стене портрет Менделеева с выбитым стеклом. Где Даша? Что с ней? Тут уж никто, конечно, не мог ответить.